Всем привет! 27 мая 2020 года. Рождество Христово. Да, сегодня от дома, не пешком. Сегодня на пипиваться. Кварды английские. Да, сейчас будем рассекать по нерезким просторам. Интересно, им хватит этих подушек доехать или нет? Да? Пошли потихонечку. Конечно, давайте. Хорошо. GoPro. Так, у меня камера красивая на тебя. Опа, есть она. Давай. Так, вот она у нас на разживу. Подтягивайся к этому, к рогатке-то. Ну ладно, напоследок я скажу. Только что с Костей были на Котечном, и вот мы снова на Становом. У ребят сработала рогатка. Ребята, в том конце, там где-то далеко, рыба их ждать не будет. Интересно, ждет ли она нас. Сейчас мы ее возьмем. Так. Если она есть. Так. Рыбка. Нет. Ее она выплюнула, к сожалению. Ну ничего, ничего. Там он еще нас ждет, удача, может быть. Так, ну, не до конца, просто кукан раскрутило. Когда она так дергается, оно как-то веселее. А тут замерло где-то. Окунь очень сильный. Да, окунь сильный. Чё-то, блин, как-то... Ребята у нас меняются в бейс. Кукан без пропилки. Понял, да? Без дырки. Не просверленный, просто надрезанный. Может, из-за этого. Ну что ты? Опять не шевелишься. Опять кукан такой. Ну хоть бы это. Что-то пугнуло, да. Блядь. Извините за выражение, но сегодня вот такая у нас жопень. Кто заказывал музон? Кто завозил музон? Ушла туда и загорает. И нам они только это самое. И нам только это самое. Обломки оставляют. Причем, смотри, красноперка, да? Потащила и не съела. Так, вторая попытка. Ну, сейчас мы это сделаем, перенаживим.
Давай подплывем, уж этот. У, нифига там как играет. Трещится. Не очень. Подплывем, посмотрим, что здесь можно заменить тоже. О, заходил, заходил, заходил. Чувствует, чувствует, что сейчас что-то будет. Шуга такая, так, ну красноперка фигня. Обманулись красноперкой. Так, что у нас здесь? Тишина, блин. Поводок какой-то ослабленный, никого не как будто бы нету. А нет, смотри. Пошел, пошел, пошел. Живой. Окунюк нормально. Работает. Вон там. Вроде да. Если в берег, то может быть и... Нет, сюда, в эту сторону. И там что-то... Там что-то все буль да буль, буль да буль. И здесь буль да буль. Если у вас что, кухня? Если опять ничего не будет, и накажем кого-нибудь. Кого-то надо уже наказывать уже. Это нам, наверное, на память. Еле-еле, блин. Ты держи вот так уч. За жабры уч. Так, вот жди-ка, гвоздика, давай, мешок отпускай. Пустил? Чё мешок? Надо корёк забрать и наживить. Так, ой, нам с тобой сегодня второй раз повезло хоть. Так, и корёк отмешурь. Надо, наверное, заломать его, а то мы тут с тобой... Мучаемся. Хоть одна нормальная, адекватная. Отработала. Давай в этот мешок. А где он? Есть. Под тобой. Пусть по поверхности телепается. Кто вот кто-то все толкается на крышке? Да вон там тыка, видишь? Тыка. Не знаю, что здесь такое все. Может, здесь крюк. Вот тут вот все. Я тебе говорю, вот тут видишь. Ну вот он туда и придет сейчас. Ну только спиной развернись к солнцу. Вот. Ну тебе, значит, это кушок ты говорится на него. Один раз тут. Один раз только вот. Разово пользуем. Вот. Вот так меняется погода. Только что было тише благодать, солнце. И вот подул легкий ветерок. Легкий бриз. Да, и мы погнали. В одну кобылячую силу. Что-то нам кажется, что надо... Надо сниматься. Спиливать, спиливать грабли. Yeah.
Ветер дует прямо в спину. Не пора ли к магазину? Пока не сыро, то надо по проторенной дорожке прокатиться. Что ли, да, трошки? По новой лыжне. Сегодня прицеп притащили только что по пути, пока дорога сухая. Андрюха дочищает сегодняшний улов. Ну, долг, как сказать, чистить. Да, неглиже. Кто тут думает, что это спортивный снег? Да, как обычно. Тут немножко, немножко мало сегодня половили. Подушечки. Да, вот. Что такой счастливый? Любит в камеру позировать. Завод его сегодня съездили. Ну и так еще на удочку, как обычно. Фигня всякая. Вот. Нива рулит. Надя отдыхает. Нина. Завтра. Нина рулит. Нина пашет. Надя отдыхает. Завтра. Завтра мы с этим вот товарищем в труселях. Шотрики. Все это самое. Пойдем. Чинить Надю. Лечить. Все. Спокойной ночи. GoPro стоп видео.